Теперь просто сделаем в шейном отделе, а точнее даже вот где начинается начало грудного отдела. Да, вот примерно такие движения, только ты как бы подготавливаешь, да? Только мы конкретно уже будем в грудном отделе, помните, мы, во-первых, на сворачивание, да, делали, а во-вторых, на растяжение. На растяжение берем руки вот так вот, в замок. Вообще то же самое удобнее мне, например, делать стоя. Можно сделать сидя на кушетке, можно сделать сидя на стуле, как угодно. Давайте я вам покажу, как делать стоя, чтобы вы понимали сам механизм. Встань. Дима, спиной ко мне вот так вот. Смотрите, ноги пошире, шире плеч. Вот так вот. Особенно если у вас высокий человек, у меня иногда такие 2 метра с чем-то приходят, я ему говорю, еще шире достать. Теперь смотрите. Да, захват делаем под черепом. Большими пальцами разворачиваем под череп, опять под эти косточки, да? Где череп заканчивается. И берем руки вот так вот. Проводим под мышки, как бы ныряем, да, и удобно кладем руку на плечо. Не на руку его. Потому что если мы положим свою руку на его руку, при этом упражнении будут растягиваться мышцы, ткани будут растягиваться, потому что будет больно человеку, неприятно. Ну, кожа там потянется, да. Поэтому упирайтесь в плечи. Тем более у вас будет, смотрите, движение плечи назад, а голову вот туда вперед. Получается, идет растяжение. Да, давай я еще покажу. Плечи идут назад, мы их упираемся, а голову с черепом как бы на отрыв идут туда. Вот такое движение, видите? И у нас вот эти все расслабляются. Сегменты позвоночные, да, вплоть до тоже где-то посередине между лопаток. Чтобы это проделать, еще раз показываю. Взяли, да? Может быть захват такой, может быть захват еще глубже, вот прямо за его череп можно взять, да? Или за шею. Смотри, куда вы хотите воздействовать, повыше или пониже, да? Да, но по сути мы берем, лучше всего кладем свои ладони на его ладони. И движение минимально безопасно, потому что никаких рывков нету. Сами отходим чуть-чуть назад, на полшага, а ты стой. И просим его, просто падай на нас. Падай, облокотившись на нашу грудную клетку. Вот так вот и мягко мы. Вот так вот руку поднимаем. Видите, движение идет такой как бы откат назад и кивок вверх. Вот такое. Запомнили? Угу. То же самое можно сидя. То же самое можно... Вот руки чуть вниз спустили, да? Уже другие позвонки задействованы. Расслабься, расслабься. Плечи, плечи расслабь. Вот чуть-чуть другие позвонки, видите? Можно чуть-чуть выше-ниже маневрировать. Сделаешь, да, еще как. Тогда сидя. Ты же его на себя не поднимаешь. Именно тогда делайте и сидя. Вот смотрите, давайте теперь сделаем массаж на стол. Теперь его оставим. Садись в ту сторону ногами. Попробуй сидя с ней сделать то же самое. Как положить руки? Подожди, сначала ее руки положи, скажи, как ее надо сделать. Ну, вот так. Большие пальцы, правильно? Вообще под черепом чуть-чуть ниже. Так вот, так. Как бы она теперь этот череп делает чашечку сама для себя, да? Угу. Большими пальцами поддерживает. Вот. Тянешь чуть назад и вот так вверх. Не гни, а вверх. Вот, да. Угу. Да, и назад отпускай так же плавно. Плавно опустили назад. Отпустили в обратную сторону. Вот. Теперь то же самое. Смотрите, вот на скручивание. Также держим руки, да? И берем человека, мягко скручиваем с отшагиванием назад. Видите? То есть, если вы так будете крутить, это слабенько, да? У него должна быть полностью растяжка. Вот, своим телом я тоже, видите, я своей грудной клеткой как бы раз у него вот так выращиваю. Чтобы движение шло вот до сюда. Вот в обратную сторону, смотрите, раз повернули, растянули при этом. И еще вот так вот докручиваю. Если человек слишком мягкий или крутится так, что у него аж ноги отрывают от стола, да, можно вообще на столе прямо сесть и обнять его. Своей ногой его держать, например, да?
уже хрустнуло, да? Угу. Вот сейчас произошла ротация позвонков в грудном отделе. Вот здесь прошел хруст. Да? Да. Хотите, можете даже прям вообще его обнять. Ну, на полу тоже удобно делать, да? На кушетке вот так вот. Потому что, да, как раз к твоим клиентам, к мужчинам подсела, крутанула. Да, на стуле, подожди, стой, сиди. На стуле, смотри, да. Да, просто ногой обхватываешь, его держишь клиента, да? Или вот так вот ногу на него кладешь. Давай, попробуй. Давай, вот сатую ручку. Так, одну ногу? Да, ну можно просто колено поставишь, чтобы упорно. Ты на нее коленом держишь ее. Коленкой. И? А движение руками то же самое. То есть давай сначала, подожди. Начнем. Ну, она тебе помогла залезть, можно так. Вообще начинай сначала подлезь, а потом обойди так удобно, чтобы принять эту позу. Так, теперь обходи. Угу. Оп. Да. Скручивание делай. И на растяжку вот сюда наклоню, в эту сторону. Ее наклоню, да. Вот. Угу. Русло. Вот. Да? Угу. Видишь? Это мне понравилось. Вот, сразу получилось. Все, это я уже приняла. Умничка, молодец. Попробуй ты. С ним, да, или с, угу. С Ксенией? Ну, ушла. Во-во-во. Надо сесть, как на коня. Получилось. Как на коня надо сесть. А мне замысло, да? Да, можно себе высоко, да, конечно, лучше залезть. Да, с другой стороны, не хрустно. Да, лучше посадить его на стол. На коня. Угу. Слышите? На стол. Лучше на стол. Ты имеешь в виду в обратную сторону? Конечно. Ну, давай только в обратную сторону. Нет, так же садись, только ногами в эту сторону. Таким образом, видишь, ты сама себя уже придерживаешь вот этим, спинкой стула. Ну да, да, можно... дальше не уйдет. Да, это вот такие маленькие нюансы, которые можете использовать. Давай. Либо свои ноги, ниже, либо предметы, еще которые вокруг вас. Ниже попробуй поставила? Сначала на себя его тянуть. Видишь, он хоть и тяжелее, да? Но ему не придется вставать. И тебе не придется его груз на себя брать. Подожди, скажи ему, как положить большой палец. Так, вот, молодец, отлично. Да куда ты пошла, туда не надо. Вперед не надо, вперед это другой. Правильно? Нет, неправильно. Я же объяснял только что. Под затылок руки, большие пальцы как бы обнимают череп. Вот там. Я просто не делаю. Я сама просто. Да, берешь. Чего? И мягко наклоняешь его на себя. Сначала на себя, а теперь вверх. Там, вот, держишь его и вверх руками. Вытягиваешь. Да не толкай, а как бы просто вот вытягиваешь, вытягиваешь. Так что не совсем получается, да? Надо на ней сначала попасть. Так как? Давай на себе покажу, чтобы ты понимал. Не, стой, не надо садиться. Сиди, сейчас все это сделаем. Присядь на коня. Вот хвостик свой. Шире пальцы вот туда. Дима, смотри. Значит, чуть отходим назад, чтобы было ей куда падать. Падай. Вот, она висит, да? Слышал хруст, да? Тут прямо вообще весь позвоночник вот так вот хрустил. То есть не за счет силы рук, а просто такое волновое движение корпусом. Да, вот именно вот этим. Да, так, корпусом. Попробуйте, да, сидя на коне. Так. Ноги поставь шире сама и спину выпрями. За счет силы ног присядь сначала. Стой. Сначала присядь ниже его. Твоя грудная клетка была с ним на уровне. Вот. Присела и теперь за счет силы ног поднимайся. Он облокотился, а ты вставай. Во. Что-то было, нет? Вот так, правильно? Да. Ниже. Еще ниже. Меня не заваливай туда далеко-то. Недалеко это такое. Ну, а движение давишь при этом на череп, чтобы череп отделялся вверх. Да? Теперь скручивание. Точно так же берешь руками. Ну давай, в эту сторону, да? Да, в эту сторону. На эту ногу. И как бы его растягивает так. На пятку наклонись. И в другую сторону. Поворот и вверх. Еще поворот не хватает. Не хватает силы тебе, да? Нет, просто развернуть. Можешь чуть-чуть сюда отойти. Полшага. Чтобы в эту сторону. Чтобы не себе.
разворачиваем. Просто поворот. Именно поворот. С их расстояния. Не вот такую восьмерку, как ты сейчас сделала, да? Сейчас восьмерку сделать. Разворот и на растяжение. Вот туда. То есть это вот так? Угу. Так, да? Да. Надо ближе прикоснуться. Ближе к прям. Прям взять его на себя. Ближе. Его соприкасаешься сзади? Да. Прям как будто это ты. О. Ну да. Угу. Вот такие познания. Как будто бы ты с ним слилась воедино. Да. Это да? Внутренняя часть какая-то. Не знаю откуда. Я не училась нигде. Вот так, молодец. Интуитивно все понимаешь, да? Да. Теперь смотрите. Опять же, ну вот это вот уже стоит точно. А дай я попробую. Давай попробуй. Сейчас мы будем ниже пускаться, да, здесь выяснится. Выше песни наоборот. Подальше, чуть-чуть. Угу. Дюша, Нюша. Да, можно даже приподняться. Да, и вот тоже небольшой нюанс. Старайтесь при этом проговаривать клиент, чтобы он на выдохе все это делал. Выдыхает, и при этом полностью расслабляется. А руки куда? Вот сюда или сюда? Нет, вот сюда, лучше за плечи. Здесь ты потянешь кожу, понимаешь, будет больно. А тут сам. А так, я же говорю, в чем движение? Ты плечи на себя, а шею от себя. Угу. Получается растяжение. Я-то это все еще чувствую. Чувствовала на себе, да? Вот когда почувствуешь? Нет, я сама чувствую, когда я делала. Я сама же чувствую, как мы. Я не училась с ним. Да? Просто делала массаж. Вот, молодец. Сейчас еще. Сиди, давай, на пятую тоже. Да. И все. Так. С наклоном больше поменяем. На себя, да? На себя, и уже туда больше тяни. Тут я еще потерялся. Помнишь, сливайся с ним и прямо своей грудной клеткой можешь еще больше растягивать, как вот так вытягивая. Я думаю, можно замечать тебе. Если человек слишком легкий, отрывается, да? Можешь сюда положить свою. Да, свое бедро сюда положи. Коленкой. Как бы на него, да. Как бы упорство было. Вот. Ну, нормально. Я садился, ну ты видел как, да, прямо сразу. Да можно просто ногой обхватить. Да, можно ногой обхватить. Еще и вытянуть тебя ногой, чувак. Правильно говоришь. Еще и самому себе тоже можно что-то в этот момент подправить. Вот, следующее движение, когда мы ведем практически от шеи. Давай я попробую. Сейчас скручиваем. За счет скручивания практически ну, до конца, до самого низа грудного отдела позвоночника. Угу. Смотрите, как это делается. Вставай вот сюда. Получается. Чуть наклон назад делай. Поднять могу. Так, ну-ка дай я попробую. Хочу понять, почему у вас не так чуть-чуть. Ну надо, меня шея загибает. Давай еще раз. Руки назад. Большие пальцы включили. Видите, он ниже стоит. Сейчас я подожди. Дай попробую, почему что-то не так. На себя. Я даже зашел потом просто. Поднимаю. Корпусом. То есть я поднимаю корпус. Все правильно. Ногами. Да, за счет силы ног. На себя поворачиваю. На себя, чтобы немножко завалилась. Да я уже завалил. Она уже на мне. Вот. Во, а я тебе выпал. Не прости, ничего. А сюда получается. Да и неправильно может перепустить. О, наверх, вот, видишь, наверх. Вот, вот, вот. Давай наверх.
Отлично. Тогда правильно, когда ты чувствуешь, что одновременно идет растяжение, да? Ну, когда чувствуешь полностью на себе. Давай не с тобой, давай с Татьяной покажу. Вот смотри, теперь посложнее. Давай. Что, лежишь с тобой? Вставай, вставай. Вставай вот сюда, да. Спиной ко мне. Смотрите, то же самое движение, только руки уже идут на шею. На шею. Угу. Вот так. А подбородком касаясь ключицы. И дальше. Ой, что? Сразу, да? Складываю. А потому что в жизни мы редко сами что-то там все разминаем. Ну, да. Локти как можно ближе. Ну вот тут не распускай, ладно, крепко держи. Руки в замке крепко, да? Угу. Вот. И дальше просите своего пациента. Боком чуть-чуть так встань. Ну, чуть-чуть разведемся, боком чуть-чуть. Угу. Все. Просите сворачиваться, как улитка, по одному позвонку вниз. Угу. Не всем корпусом наклониться, да? Ну, как этот, стебелек. Да, как стебелек. Вот так вот наклоняйся. Да, вот так вот, вот, молодец, папа, хорошо ты пошла. Стебелек, папоротник. Вот, молодец, молодец. А сами встаете вот так сзади и держите за руки. Сейчас, нет, я поднимаю за локти. Таким образом, я всю ее грудную часть. Угу. Расслабься. Ноги отпусти. О! Слышали как? Как круто. А теперь давай поменяемся. Ты становись да, телефон, а я сзади. Как я тебя подниму? Ну, меня поднимал мужичок вот такого роста примерно, как ты. Он меня поднимал. А я вот, например, смотрите, сломаюсь, мне кажется. Я тоже не догадалась, что я сломаюсь. Ну попробуйте с теми, кто легче сейчас. Вот попробуйте, девушка на девушках. Только пресс не держи. Вот ноги пациента, они с ним привычки начинают ноги зажимать, пресс. Таким образом, вы его поднимаете, mm-hmm, его вес. А вам не надо его вес поднимать. Просите, чтобы за счет того, что он расслабит свои мышцы, у меня ноги будут висеть и будут оттягиваться. Сюда, будет дополнительное растяжение вниз, понимаете? Подожди, ты уже начал скручиваться. Подожди. Uh-huh. Слушай, что она тебе скажет. Окей. Так, ноги Ноги вместе, да. Молодец. Руки на шею. Угу. Подбородок, да. Касается ключицы, не лопаток, а ключицы.